Пенсия – время жить для себя. В Иванове существует клуб эстетической гимнастики «Элегия», участницы которого дважды в неделю собираются на тренировки и выступления. Старость дома не заставит, говорят про себя женщины. Назвать их бабушками, пожалуй, невозможно. Все они активные, бодрые и спортивные. Мы, значит, проводим досуг вместе, общаемся, выезжаем за границу, по области. На настоящее время на 46 человек. В этом году наша группа, часть группы, поедет во Францию на международный конкурс, который будем представлять Иваново. Эстетическая гимнастика – синтез элементов художественной гимнастики, хореографии и танца. Небольшие силовые нагрузки подходят как для женщин, в прошлом занимавшихся спортом подготовленных, так и для новичков. Возраст не важен, в клубе занимаются дамы от 56 до 75 лет. Нина Никитишна – самая старшая участница клуба. 50 лет отработала в школе, рассказывает, что заниматься собой не было времени, а душа требовала движения. Пенсия у женщины, она началась в 68 лет, дала возможность воплотить давние мечты. Я себя лучше чувствую. Мне легко двигаться, у меня настроение хорошее после занятий, общение, однако же, здесь тоже очень интересное. У нас очень талантливые девушки все, поэтому мне очень нравится. В 2007 году, когда возникла идея собрать любителей спорта среди пенсионеров, их было 6 человек. Через несколько лет группа разрослась и стала клубом с девизом «За красоту и гармонию души и тела», с гербом и целой концертной программой. Танец с шарфом – любимый для участниц «Элегии». Каждое движение тщательно репетируют. Раз в год обязательное участие во всероссийских состязаниях «Россияночка». Победа в номинациях «Элегантность» и «Грация». Регулярно приглашают спортсменок на выступления на различных площадках города. Это очень хорошо для души, для того, чтобы жизнь была прекраснее, чтобы не зацикливаться на своих проблемах, потому что проблемы были в жизни, да, а здесь приходишь, отдыхаешь душой, и в коллективе здесь тоже хочется со всеми поделиться радостями. У кого-то какие огорчения, тоже все сразу заметно, что у кого-то что-то случилось. Мы стараемся каждого обогреть, успокоить. Занятия укрепляют все группы мышц. Тренер-наставник Ангелина Алексеевна пытается сочетать танцевальные и силовые элементы. Не забывает про растяжку. Сначала медленные, разогревающие организм движения, потом темп. Основное правило для участниц клуба – помнить, что гимнастика эстетическая. Здесь важна плавность линий и улыбка на лице. А сейчас можно сказать, что мы занимаемся не только художественной гимнастикой, мы занимаемся еще и балетом. И все благодаря Ангелине Алексеевне. Мы вместе и свободное время, все праздники, дни рождения. Вот летом на даче, там друг к другу в гости. В общем, вот такая вот внутренняя, довольно тесная жизнь. То есть, можно сказать, вторая семья. Клуб «Элегия» существует за счет пожертвований и средств немногочисленных спонсоров. Организаторы подали заявку на получение гранта Фонда мира на сумму в 150 тысяч рублей. Если деньги выделят, удастся организовать летнюю смену в оздоровительном лагере для пенсионерок и купить абонементы в бассейн для тех из гимнасток, что не могут себе этого позволить. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.